Друзья, здравствуйте! Хотела снять небольшое видео по поводу посадок морковок. Почему? Потому что вот у меня оставались морковки, сколько их тут штук, наверное, 15. И все они в горшочках, ну, плоховато росли вот за год. Если учесть, что вот, например, я получала вот эту бульбу одну и вырастила вот она такую маленькую бульбу. Корни были тоже немного. И вот решила я попробовать посадку Марины, как она сказала, это посадка не ее, а тайцы так садят в бутылки. Ну, в общем, этот метод я решила попробовать на вот этих вот морковках. Можно видеть, что вид у них средненький, но они сейчас начинают просыпаться. Вот уже можно видеть морковка, и вот здесь у нее сейчас вот просыпается новый ростик. Да, вот он, видно его хорошо. И вот я его сейчас посадила. По поводу субстрата я взяла, чтобы он был и влагоемкий, и в то же время вот эту воду нижнюю, чтобы он брал и распространял по субстрату. Сейчас я возьму вот эту вот штучку. Можно видеть, что вот внизу мокро, вот наверху достаточно сухо. Вот там внизу вода. И вот так вот ставится. И уже поливать я не буду, потому что корни сами будут тянуться. Учесть, что вот на полбутылки внутри мокро, а наверху эти полбутылки сухо. Поэтому даже поливать я не буду. Буду ждать, пока сам ростик проснется и пойдет к корешкам. Вот здесь вот можно... Сейчас я с этой стороны достану бутылку. И можно будет увидеть, насколько погружена. Давайте я вот эту возьму. Сейчас. Вот. Вот донышко горла вот, находится в воде. И вот. И наверху можно видеть сухо. Можно даже не бояться загнивания корневой. И вот сейчас буду ждать от них новых ростов. Некоторые свои морковки я тоже так посадила. Сейчас я покажу. Вот одна из моих посаженных. Это Купер морковка. Она у меня стояла без полива. А по поводу субстрата. Да, здесь мелкие камушки, типа пемзы. Мох, кора, немножко кокосовых чипсов. Ну, такая вот смесь питательная. И вот тоже можно видеть, что горлышко бутылки находится в воде. Наверху сухо, внутри вот часть мокрая. Вот он мой ростик. У меня были посажены морковки, только не в бутылку, полугидропоника. Вот, например, вот это вот. Пыталась я растить в кокосовых чипсах, все-таки не очень. Я могу переливать, и поэтому корни могут даже загнивать. Очень тяжело выдержать этот полив. Но тоже можно видеть, что там вот кашпо. Внутри я воду наливала. Но что-то вот в бутылках, видно, лучше растет. Будем пробовать. Вот еще тоже у меня маленькая морковка. Сидела она у меня в глиняном горшке. Но что-то сохнут они. Вот не, хоть, не надо им вот глиняный горшок. Вот даже морковка моя. Она цвела в этом году, черная такая. И вот, вот что в горшке, вот не в глиняном происходит, буду пересаживать. Буду пересаживать бутылку. Здесь тоже посадила. Здесь уже, вот, это можно видеть, старые корни от горшка были. Ну, сейчас посмотрим. Вот ростики просыпаются новые. Вот такая вот посадочка в бутылке. Если кому было интересно, буду рада за просмотр. Пока-пока.